Сегодня мы предлагаем вам посетить выставку школьных музеев городского округа Самара и окунуться в память о прошлом ради нашего будущего. Патриотическая акция во славу Великой Победы начинается с экскурсии по музею боевой славы, которую организовали под открытым небом. На 26 стендах уместилась целая история великой страны, о которой немного волнуюсь, рассказывают школьники. Здесь и экспонаты, и исторические реликвии, и личные вещи фронтовиков. Буквально в то же время на площади у Вечного огня выстраиваются участники областного смотра часовых постов №1 и воспитанники военно-патриотических объединений. В память о защитниках Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, объявляется минута молчания. Цветы к вечному огню в память об ушедших воинах возложили исполняющие обязанности губернатора региона Виктор Кудряшов, глава Самары Елена Лапушкина, участники и гости фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю», школьники и жители города. Они же приняли участие в традиционной ежегодной всероссийской акции «Сад памяти», высадив в Парке Победы новые деревья – каштаны, рябины и тополя. Ежегодно акция объединяет сотни тысяч неравнодушных жителей нашей страны, чтобы увековечить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу свободу. И, конечно, когда мы сажаем эти деревья, так вместе коллективно мы вспоминаем каждого, кто погиб, и на душе очень, с одной стороны, грустное, но с другой стороны, чувство гордости за нашу страну, которая победила фашизм. Я каждый год принимаю участие в этом замечательном мероприятии и делаю это в память о своем деде Григории Андреевиче, который был неоднократно ранен в Великой Отечественной войне, который защищал Ленинград. Акции памяти, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и всероссийские, проходят по всей Самаре. Готовятся в столице региона и к акции «Бессмертный полк». В этом году не будет традиционного шествия, однако организаторы разработали много других интересных форматов. Например, «Бессмертный полк» на автомобиле. Суть акции заключается в размещении на личном авто, грузовом и общественном транспорте фотографий ветеранов. Я думаю, вот то, что сегодня возможно сделать в рамках проведения акции «Бессмертный полк», привлечет гораздо больше участников, чем это было очно. Портреты и имена героев предлагают также прикрепить или нанести на одежду. Традиционный и полюбившийся формат онлайн-шествия «Бессмертного полка» в этом году состоится. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая на главной странице сайта «Бессмертного полка России». Личные кабинеты участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены. В Самарской области будут организованы видеотрансляции с портретами ветеранов на медиафасадах и светодиодных экранах региона. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.